Доброе утро! Сегодня у меня день рождения, мне исполняется 11 лет. Едем мы, как Тая хотела, в аквапарк. Моя тележка, не поеду. Не, мне тяжело. Нас много, и мы еле впихнулись в одну машину. Смотрите, какие шторки есть от заболеваний, типа защита от коронавируса. Бабушку посадили вперед, потому что она самая крупная. Аквапарк находится за городом, транспорта нет никакого, и добраться можно только на своей машине или на такси. Вход 10 евро. Почему мне так смешно? Я уже вижу горку, с которой не съеду ни за какие деньги. Тая меня уговаривает пойти с ней на горку, но я говорю, ни за что в жизни. Я боюсь, нет, я боюсь вообще горок. Я буду просто плавать с Алисой в бассейне. А Таю не пустили на большую желтую с плюшками, потому что возраст и потому что она очень маленькая, да? Я буду еще. Увидела там вдали детские горки, детский уголочек. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Ты хочешь на детские, да? Давай Таю позовем. Греби, греби, старайся. Цикады трещат. Все, я чувствую, теперь мы отсюда точно долго не уйдем. Лягушатник. Едет. Очень медленная горка какая-то, да? Да она такая опасная и страшная. Вот сейчас я вам покажу, парень будет съезжать. На территории аквапарка есть вот такой ресторанчик, и мы идем обедать. Вот такие цены в ресторане. Все уже тут ноют, плачут, потому что голодные. Заказали пиццу, заказали какие-то сэндвичи с картошкой фри, больше здесь ничего нет.
Давай много не ешь, чтобы ты хорошо покушала еще что-то нормальное, хорошо? Давай. В общем, все вот это вышло здесь 35 евро. О, пицца такая странная, да? И вот это у них называется клубный сэндвич, хотя я думала, что сэндвич это что-то похожее на сэндвич, но нет. И наггетсы с картошкой фри, ну, в общем, да, давай, тарелок здесь нет, поэтому каждому по кусочку. Давай, Дося. Наггетсы очень вкусные. Давай я тебе дам кусочек. Первая будет, должна выбирать Таня, у нее день рождения. Я уже выбрала наггетсы. А что ты плачешь? А что ты плачешь? Может, ты хочешь кушать, пить? Она голодная, поэтому ноет. И он находится, в принципе, в черте города, в районе аэропорта. Так шумно, все дети орут. Конечно, в обеденное время детей и вообще людей здесь очень много. Но Тая довольна, и это главное. И есть еще второй аквапарк, более большой. Он находится в Каринфе, ехать туда намного дальше. И он дороже, стоит 30 евро, но мы не поехали из-за расстояния. Боже, как по мне, это очень страшная горка, я бы вообще не съехала на ней. Хотя я думала, что я боюсь, возможно, я могу, но нет, я не могу. Таня! Мама, у него эмоций даже нет, он просто едет. Нормально съехала? Не знаю. Тая принесла с горок огромную зеленую плюшку. Ее не смущает, что в бассейне никого больше с кругами нет. Подняла спасателя с его насиженного места. Тай номер с плюшкой не прошел. Ее выгнали. Я буду дальше скоро кататься. Все кричат шумно так. Солнце куда-то пропало. Я хотела прокатиться в небольшой горке с плюшками, а меня туда не допустили. Сегодня мужчина на ресепшене в нашем отеле меня спросил: ребята, зачем вы едете в аквапарк, езжайте лучше на пляж. Я говорю, у ребенка сегодня день рождения, и этот день мы решили провести так, как хочет она. Тебе нравится? Да. Не хотела ехать в этот аквапарк, хотела в дальний, в Каринф, но мы ее убедили, что этот тоже неплохой. Алиса, нельзя пить, ты что? Нет, оно открывается. Раз.
Я это несу. Леша нормально. Да, я сюда набрала. Давай. Кто это у нас пришел? Это какое-то привидение. Или это зомби? Я ей там занимала очередь где-то минут 10. Не трогай, подожди, сейчас ставим свечки задувать. Правда, здесь сильный ветер, я переживаю, чтобы мы смогли их поджечь. Так, мы, наверное, вставим... Вон в те две, алло. Какую? В эти? Три, конечно. Давай, раз. Ой, оно такое же, там, мне кажется, развалится. Ой-ой-ой. Тихо, сейчас мы встанем вот сюда. Аккуратно. Я пытаюсь. Мы сейчас Таюсю хотим поздравить с днем рождения. Солнце садится на крыше. И уже не так жарко. И Тая сейчас будет задувать свечи. И я. И ты ей будешь помогать. Ой, ветер. Вот это я боялась, что ветер. Да, ветер нам может немножко подпортить. Придется зайти сейчас куда-то, наверное, в помещение, да, чтобы да. Она их задула, ну а потом выйти сюда и кушать. Можно это не вставлять просто. Не, ну давай уже как пить. Сейчас мама меня дойдет. Не шатайся, стол, не шатайте. Вот сейчас вроде нет ответа. Оно порывами. Ты сразу, Тая, подвижу. Тая, ты должна уже придумать желание и приготовиться. Приготовиться, и как только мы тебе скажем, ты будешь ждуть. Так, так. Даня, секунду, убирает руку, и Тая задувает. Ура! С днем рождения! Можно кушать, Алиса кричит. Сейчас я всем дам ложечки, подождите. Мама пошла за ложками. Надо же ложкой. Можно уже кушать? Сейчас, да. Тае дали ложку первой, как именинница. Это тебе. Сейчас я тебе тоже дам, подожди. Сейчас. Так, давайте Алису ближе чуть-чуть подвинем, потому что сейчас что-то будет падать. А можно тайну? Стой. Баба. Я ну что, вкусное пирожное? Очень. Угу. Алиса должна определить качество. Алиса, как тебе? Нравится? Алиса сказала, что очень вкусно. Кто вытащила свечи, чтобы больше съесть? Плывет, плывет, старается. Голова вся в пирожном. Рот в пирожном. Да, что такая грязная, как свинтус? Холодно? Да. Холодно. Ну пойдешь сейчас греться, да? На крышу хотел улететь? Да. Да ты что? Ты его спасла? Не вынимай, пожалуйста. Спасла шарик свой? Тайн рай. Она так хотела суши. Привет. Сейчас я тебе тоже дам. Сейчас мама даст. Это когда как будто собственный бассейн на крыше с видом на Афины. Вот кому хорошо. Держи.
Сегодня был очень насыщенный день, и мы очень рады, что Тае понравилось. Она в полном восторге от аквапарка, ну и вообще от всего, что сегодня происходило. С днем рождения, моя любимая дочь! И, конечно же, хочу сказать всем вам огромное спасибо за ваши поздравления и теплые слова.